Вас как зовут? Раиса Александровна. Лариса, да? Раиса. Раиса Александровна. Раиса Александровна проживает на поселке Октябрьский. Это очень такая страшная зона в самом конце поселка. И вы всю войну здесь были, да? Да. И бомбили когда? Бомбили, и мы сидели с мужем. Муж мой умер, я его похоронила в 16-м году. Вот тоже... Он еще пожил, это война. Это тоже от войны, эти ноги такие мои. Я вот он отбегал как стояк. Я в 79-м году бросила работать. Работала еще в школе, это техничкой. Получить 79-го года я рассчиталась. Вот. И вот, после смерти мужа такой у меня прямо мгновенно сразу. Все меня люди не узнают, называют, что такое, что ты с костылем ходишь, еле ходишь. Я говорю, да вот так вот, видишь. Не знаю, почему такое случилось со мной. Такое все случилось со мной. В нервной почве. Муж умер от инсульта, да? Во время обстрелов, да? Да. У женщины болезнь Паркинсона и много других. Вот она недавно упала, сломала руку, потому что одна нога у нее прилипает по полу, и она так рывками, потом она хоп и пошла. Потом упала, видите, вырвала кусок мяса, прям упала, она зацепилась на крылечке и упала на голову об асфальт, а на голову об железочку, которая тут крылечка у нас. И сильно была большая разница, потому что синица моя никак не заживает. Мы уже выходили в больницу, дали нам мать, уже получше стало рано. Это прямо гноится и все. Сейчас мы благодаря одной жительнице Германии, Яна Фаслер, передали ей продукты, чтобы как-то поддержать ее здесь, потому что она ни в магазин не может выйти. И вообще помочь ей, кроме нас, больше некому. И сейчас обстрелы идут. Ну, такие, можно сказать, что такие незначительные. Ну, по поселку не летит. Не стреляют. А слышно, как стреляют? Слышно. Вот буквально вчера был бой, да, ночью сильный, да? Да. И по поселку, правда, не прилетало, но все равно люди были на нервах. Ну, у нас это не прилетает. Но у нас, видите, на улице ни одного дома не такого, чтобы не разрушенный был. Вообще-то что-то зацеплено. Вот. У нас, видите, окна, крыши не было, новую крышу поставили. Ну, да, все дома у нас тут. Когда-то были в 14-м году, в 15-м году, тут такое, не дай бог, ужас один, что творилось, ужас один, кошмар. Не знаю, чего это надо было, кому это надо, не знаю, зачем это война, с ума сойти. Спасибо, Яна, спасибо всем, кто помогает, низкий вам поклон за вашу помощь. Спасибо большое, Яночка, тебе спасибо большое вам. Добрые люди, что вы помощь, какой вы оказываете нам. Большое спасибо вам, да, низкий поклон вам всем. Большое огромное спасибо вам.